Вот заходит моя команда. Ознакомьтесь, друзья, это моя дочка Кирюня. Кирюне еще не исполнилось 2 года. Давай, Кирюня, давай вслепую разберемся с камазом. Скажи, вот ты только что пришла на лодку, и что тебе здесь понятно, доступно, приятно? Детскую каютку. Можно к вам? Можно. Как вас зовут? Кира. Кира, как зовут твоего котика? Муж. Как? Муж. Муж? Не, Мурз. Мурзик? Не, Мурз. Мурз? Да. А что за имя такое Мурз? Фамилия, которая Фарбарсик. О, смотри, здесь какая большая кровать. Это твоя, а там нет... Да, залазь туда. Чего? Здесь можно в душ ходить. Да, это волк. Да, потом в каре прыгаем. Тебе нравится здесь? Нравится. И мне тоже здесь нравится. Мой рост 1,82 м, и вот здесь мы имеем запас, ну, минимум сочиняется. Есть шкафчики. Малыш, стоп, папа сейчас снимет кино. И вот здесь, вот здесь. А когда ты вырастешь, ты станешь капитаном? Да! Потому что ты капитанская дочка? Да! Должен сказать, что в этом Линсине одно из самых адекватных и приятных капитанских кресел, которое я наблюдал в последнее время.